Приветствую, смертные! На ваших экранах Warcraft 3 Reforged, и сегодня будем играть в карту, которая сделана автором Kill My Peon. Если помните такую аркадку, в которой надо на вазде управлять пионом и крушить все, что можно, получать способности, выполнять задания. Автор пошел дальше, решил сделать компанию целую в такой механике. Здесь прям кастомный интерфейс будет, диалоги. Сюжет уровня Тарантино. В общем, будет здорово, я уверен, что будет круто. Пока что доступна первая глава, я надеюсь, что следующая глава будет не за горами. Ну, давайте начинать. Карта небольшая, я думаю, минут на 20-30 где-то она будет. Итак, пионы на отдыхе. Высадившись на неизвестном острове, пионы разбили лагерь, однако запасы были на исходе, и пионы пошли исследовать остров. А что же случилось дальше, мы сейчас и узнаем. Ну что ж... Скриншоты интриговали. Надеюсь, и карта будет не хуже. Кстати, скачать через батник — это большая проблема, потому что у меня документы расположены не на системном диске, а он их пытался туда переместить, из-за чего ничего не вышло, поэтому пришлось из скрипта ссылку копировать. Это так, к слову, если Берги будет смотреть, он поймет. Поэтому тут нужен какой-то более изощренный способ. Ладно. Ну и долго мы еще тут будем сидеть? Пора исследовать этот остров. Пионетти. Да, пришло время разбить булки. Пойдем, ребята, осмотримся. Используйте правую кнопку мыши, чтобы отдать приказ движения, и исследуйте территорию. Здесь, да, правой кнопочки. Убирает всех ваших пионов в поражение, если хотя бы один умрет. Камера перемещается здесь. Все круто. Что ж, давайте исследовать остров. Можно им по отдельности управлять тоже при желании. А можно выбрать вот так, камера наведется. Правда, мне кажется, наведение камеры, возможно, лишнее. Может, на двойной клик стоило сделать это? Ну ладно. Так, а если я... Нет, я думал, если я нажму единичку, то это тоже сработает. Ну ладно, непонятно. А здесь уже кто-то был. Я чувствую запах пота и рыбы. Это воняет от тебя! Я же говорил, диалоги уровня Тарантино будут. Так. Чё тут у нас? 30 FPS. А-а-а, певец. Сколько спецэффектов на миллиметр. Конечно, круто, что мы можем выбрать. Наверное, как-то стоило бы заблокировать отделение этого, если возможно. Да, действительно, это воняло не от тебя. Агрессивные лягушки, я видел таких во Франции. Какая Франция? Это другая вселенная. Я думаю, они из Калимдора. Доступная новая способность — вечная эмпатия. Теперь урон, нанесенный любому пиону, будет делиться между его соратниками. Перезарядка 30 секунд. Так, это вечная эмпатия или нет? Ну, по крайней мере, тут атаку включить через А я не могу. Короче, вы как-то запретите выделение врагов, что ли? Или типа того? То мы выделяем, а толку? Ну, конечно, если это возможно. Так, что тут? В нашей жизни бывают ситуации, когда возможность выбрать правильный путь не всегда. Что? Это означает, что у нас лишь один путь вниз по этой тропе. Если что, теперь я буду запоминать дорогу, чтобы мы не заблудились. Прям как после того случая. Через экран от сообщений выключить мини-карту. А, мини-карта прозрачная.
Это странное решение. Блин, почему здесь лагает как-то на мосту именно? Правда, толку от этой камеры нет, потому что мы исследовательные области не видим. Показывает, куда идти. Неплохо было бы, знаете, что сделать? Раз у каждого пиона есть свое персональное имя при наведении, чтобы высвечивало. Ну, как у героя, да? Я думаю, это можно, наверное, сделать на фреймах. Это подозрительно пустая деревня. Тайверка. Так, пиончики, у нас много работы. То есть ее нет. О, здорово. Смотрите, ребята, там какой-то грабило. Наверное, это он всех сожрал. Я его не боюсь. Продолжая совершать преступление, обязательно тебя достигнет наказание, пришедшее из ниоткуда. Где все Давайся! Ребята, он уходит! За ним! Пионята побежали за огром. Я сказал, побежали! И жирный огр, че ты быстрее пионов-то? Ну и что тут происходит? Ты наш враг? Я почему-то не могу тебя атаковать. Моя плохо понимать язык. Люди ушли, бурваки пришли, башни сломались, бедный огр тяжело, у вас есть кирка, ремонтируй башни. Так, ребята, тряхнем стариной. Сделаем то, что у нас получается лучше всего. Строим или чиним башни. Групповой ремонт. Теперь можно чинить любые механические связанные постройки правой кнопкой мыши. И совершенно бесплатно. Ура! Так, ну я пойду дальше. Узнавать, что тут такое. Кто-то жрачку тут варит. Блин, эта дорога куда-то ведет. Определенно. Хочешь меня чем-нибудь? Вы еще кто? Проваливайте. Вау. Меня выкинуло. Ну ладно. Пошли чинить. Это что за дырочка там? Эта башня горит! Несите воду! Улыбаемся вашим кирками! Заряжает в нее эти стрелы. Скорее всего, кто-то очень маленький. Прям как твой на холоде. Шутки. Посмотрите, какая интересная труба, однако в ней пусто. Ты вечно думаешь о каких-то отверстиях. Иди в другой посмотри. Что там? Пузырек с неизвестной зеленой жидкости. Что уж пойти не так, если мы это попробуем? Ребят, а это костная штука. Похоже на колу. Доступна новая способность. Зелье лечения каждые секунды исцеляет самого раненого пиона. Ух. Бухаем. К
Круто. Это нам точно пригодится. Грязные муруки, а? Чё вы от нас хотите? Можете почти опукли, да? Как я смогу ее почистить одной лишь киркой? Улыбаемся и машем. Чиним башню. Блин, один из нас не чинит, а? Смотри на этого одыря. Интересно, а кто управляет этими башнями? Возможно, это все боги союзного стенда. Кого? Это что-то на Жижовском? Тут какие секретики в туалетике. Чё, зато вот шуточки на уровне. Так, да, всякий случай. Опа. Стоять. Тут бугай какой-то. Эй. Пропусти. А, пропустил. А вот клеточка не пропускает. Ладно, пошли чинить таверку, чего. Знаете, чего не хватает? Анимаций каких-нибудь. Типа нажал. То есть фидбэка от фреймов. Неужели это сделать нельзя? Это же визуально приятнее будет. Этот камень горит. Махайте кирками быстрее. Улыбаемся и машем. Так, в этот раз Мурлыка проигнорим. Все, у нас есть хилка, которая его отхилит. Какие звуки. Вот это башня странная, она не умеет стрелять вплотную. Тот, кто ее проектировал, об этом явно не думал. Так, погоди, погоди, у нас есть четвертая башня. Ты не знаешь, зачем бы это починили? Бесполезная башня. Так, ладно. Эй, все-таки кто-то прорывается там. Так, слушайте, я был в этой части. Надо чекнуть. О, а ты кто такой, чел? Хоть кто-то живой, по крайней мере. Хотя,
Это сложно назвать живым. Немой. Стоит, ничего не делает. Видишь, что тут какие-то зеленые бегают. Рыбы бегают. Тут ему фиолетово вообще. Так, в этом конце берега что-нибудь есть? Хорошо, пошли к огру. Может, тут нам искать нечего. Эх, а вот побольше бы пасхалочек всяких. Которые я наверняка уже пропустил, да? Сделали свою работу. Дело сделано, теперь башня стражи города. А куда бегут эти твари? Но я не знал, зеленый идти на вершины горы, чтобы узнать. Пионы пошли на вершины горы. Опять. Хе-хе, я уже был там. Теперь придется по новой подниматься. Так, что тут заварило варится? Так, Димонесса, теперь-то ты нас пропустишь? Хочешь меня чем-нибудь? Где угостить? Моя еда? Какая еда? Мы не доставка пиццы. Тогда сегодня на ужин у меня будет черепаший суп. Что-то я не вижу тут черепах. И черепахи это вы. Звуки демонической магии. Чё, блин, не видно же ничего. О, нет, она превратила Нарёва в черепаху, бежим отсюда. О, жуть. О, нет, нашего брата придавило, думаю, он выкарабкается. О, жуть. Блин, бежим нахер отсюда. Мы несем потери. Да блин, нам не дают отсюда сбежать какого-то хрена. Я растерял всех своих друзей. Да вы прикалываетесь, что ли? Черепаха, оживи. Жуть, мы потеряли аж троих. Ура, спасение, она что, совсем сдурела? Только начала пианята. Окей. А если бы я всех пятерых смог спасти бы, то что тогда? Надо попробовать. Так, ну чё, бежим. Да, прибежал. Уже. Прям сразу. Ладно. Сейчас точно получится. Блин, это сраные камни ваншотят, а? Ой, класс.
сохраняться, загружаться нельзя. Короче, я решил применить военную хитрость и просто послать туда одного пиона, чем гадать, как пятерых оттуда вытащить. Просто один соло пойдет. Ясно, не прокатило. Ладно, будем пытаться одновременно двумя управлять. На нас напали! А, чуть на меня не свалилось. Так, круто, на Мурлока, по крайней мере. Да блин, бегите! Бегите скорее! Какие же все тормоза! Скорее! Щука срочно нужда! Есть! Да блин, так, ну чё, поехали. Просто бежим вперед. И с нами ничего не произойдет. Да блин, дурацкие камни. Давай скорее! Да я задолбался уже по новой начинать. Так, поехали вновь. Так, я надеюсь, на черепаха найти, что он выживет там. Он довольно быстрый и проворный, поэтому нам... Так. Давай скорее. Ура, спасение, да что, совсем сдурело. Есть, пятеро. Сделал. Будет ли мне за это что-нибудь, а? Нихера. Печаль. Беда, да. Ну, пока сложно судить, раз эта компания будет в потенциале. Практически ничего не произошло. Считай обучение. Но потенциал у этой компании однозначно есть. Если в таком направлении двигаться и вводить куда гораздо больше интересных и сложных фишек, а не просто ходьба на правую кнопку мыши и пара простых заданий. Да, хочется чего-то больше. Ну, посмотрим. Один раз поиграть в это можно. Я не уверен. Я не знаю, когда будет продолжение. Будет ли оно вообще. Но надеюсь, что будет. И там нас ждет, будет ждать что-то куда более интересное. На сегодня все. Ставьте уксы, подписывайтесь на канал, добавляйте друг себя, оставляйте комментарии. С вами был я, Павел Первый. Увидимся в других видосах. Всем пока!